здесь прохладно. Действительно, хорошо, что куртку, да, одели. Это прям вот... Потому что руки-то мерзнут. Хорошо утро встретила. Да, я сегодня... хорошо пойдет. Да. Я сегодня просто ночью приехала в Казбек. Я хотела приехать вчера днем, а получилось ночью. Я говорю, я очень хочу туда. Заплатила 5 лари, и меня увезли туда, к этому храму. Я там... За 5 лари? Да. Да? Непосредственно из Казбеги, то есть вот я там в гостинице заселилась, и оттуда с площадки за 5 лари поднялась туда. А я подошла с утра, 7:30 утра, привезите меня туда, они так на меня смотрят. Что, говорит, здесь одна, кто вас от города отпустил, и ржут. Там два мужика, только проснулись. Я говорю, даю 5 лари. Они 5 лари? Да. Но они чисто по-человечески тебя повезли, я тебе скажу. Я говорю, даю 5 лари, все, свезите меня. Они тогда меня посмотрели, как-то ненормально, и повезли. Шибаба курс. Да. О, как красиво. Спасибо. Это по грани страха. И красоты. А я еще еду, меня каким-то такой по ухабам везут. Я думаю, все, сейчас завезут они меня в лес. С утра. Ну, все, короче, я уже начинаю думать, что я буду делать, чем я буду защищаться. Я тебя понял. Они по-русски еще с трудом понимают, на меня смотрят вдвоем. Ладно, я говорю, да. Но они по-русски вообще с трудом. Ой-ой-ой. Я думала, я отсюда буду стартовать, как мимо проезжала, думала.
откуда? Сам. Сам Крым. А, это из Украины? Уже Россия. Ну, уже Россия, но все равно. У меня подруга из Украины. Причем, когда я говорила с Украины, она всегда ругалась и говорила, не с Украины, а из Украины. Ну, с Украины, то есть это с окраины. Она говорит, ты сейчас меня обижаешь. Ты говоришь, что я с окраины. Она говорит, я из Украины. Раньше так и говорили, да? Говори из. Я говорю, все хорошо. Из Украины. Так стрекочут, так слышно. Да.
думаю, блин, Ульяна, вообще, я говорю, вы такие бесстрашные. Все, я хотя его с собой взяла. Не, давай так, все нормально, все получится. Мне голову нельзя назад наклонять сильно. Вот.